Как можно играть так? Повернись! Если бы не костыли, тренер сборной ДВФО выбежал бы на поле. Превосходство Сирии в скорости и технике было очевидно. И уже на 13-й минуте встречи форвард сирийцев Салем Хиджази пробивает оборону дальневосточников. Россияне несколько раз создавали голевые моменты, но ребята так и не смогли их реализовать. Вперед! Кричалка не врет. Сборная ДВФО в полном составе из школы Владивостокского клуба «Луч Энергия». Во всю мощь своих глоток футболистов поддерживают спортсмены других видов, товарищи по сборной. Здесь сидит команда Дальнего Востока по волейболу и команда Дальнего Востока по баскетболу. Мы болеем за «Луч Энергию», они представляют наш дальневосточный округ. Как ни парадоксально, за арабов болеют якутяне. В этом кроется поистине азиатская хитрость. А потому что турнирная таблица так расположила, что мы за республику Саха главная команда наша. А так вот турнирная таблица, если федералы 10 очков потеряют, нам полегче будет. Но вернемся к игре. Поведя в счете, сирийцы начали тянуть время, а именно активно симулировать. С завидным постоянством игроки сборной Сирии спотыкались не по делу. 15-й номер Али Саид даже получил от судьи желтую карточку за симуляцию. Но полученный пенальти дальневосточники не смогли реализовать. От избытка чувств тренер владивостокцев Александр Романченко, невзирая на гипс, лично принял пас. Если серьезно, то во втором тайме владивостокские ребята не смогли воспользоваться всеми опасными моментами. Героем дня стал непробиваемый сирийский вратарь Ахмад Джуми. К основному времени добавили 3 минуты, но выровнять ситуацию сборная ДВФО не смогла. Финальный свисток, и сирийцы ликуют. Долго работали с мячом и не забрасывали мяч в зоны длинными передачами. Не забили 11-метровый. Забей, возможно, игра бы развернулась на 180 градусов. Сборная Дальнего Востока дала нам хороший бой, но все же мы победили. Мы хорошо подготовились в плане техники и тактики, и все отработали как по нотам. Я доволен игрой. По результатам последнего матча сборная Сирии выходит на 4-е место, обойдя Кувейт. Сборная ДВФО пока на 2-й позиции.